Всем привет! Это город Каменц, улица Блюхера. Сегодня 5 июня. Лето пришло в Каменц. Сегодня жарко, до 30 градусов уже. Безоблачное небо. Солнце печет. Ходили в магазин и купили пиво. Вот хочу вам показать пиво. Пиво баночное, вот такое вот золотистого цвета красивого, зеленым ободком. Пиво называется Schultenbräu, производится в Гамбурге, премиум пильзенер, 4,9% алкоголя. Пиво соответствует немецкому закону о чистоте пива, то есть только вода, солод и ячмень. Мы сейчас его попробуем. Зимой как-то пиво не очень хорошо шло. Ну а сейчас то, что надо. Хорошее пиво. В Германии очень много сортов пива. Каждый раз заходишь в магазин, каждый раз видишь какой-нибудь новый сорт пива. Можно сказать, что многие пива по вкусу не отличишь. Но это пиво такого вот светло-золотистого цвета. На вкус очень даже ничего. Утоляет жажду. Купите, попробуйте, если будете такое видеть. Хорошее пиво. Schultenbräu.